Представляю бойца в синем углу. Fighting out of the blue corner. Ему 28 лет, рост 172 сантиметра, вес 66,2 килограмма. He's 28 years old. He stands 172 centimeters tall. Official weight 66.2 kilos. Его профессиональный рекорд 20 боев, 12 побед, 8 поражений. His professional record 20 bouts, 12 victories and 8 defeats. His style is MMA, fighting out of Tokyo, Japan. Please welcome Taichi Nakashima! Его соперник в красном углу. And he's won fighting out of the red corner. Бойцу 29 лет. Рост 172 сантиметра, вес 66,1 килограмма. He's 29 years old. He stands 172 centimeters tall. He's weighing at 66.1 kilos. Профессиональный рекорд 19 боев, 15 побед, 4 поражения. His professional record 19 bouts, 15 victories and 4 losses. His style is Brazilian Jiu-Jitsu. Representing Baku, Azerbaijan, Tural, Iron Man, Rakimov. And your referee judge, Herb Dean. Ну что ж, второй поединок сегодняшнего вечера. Турал Рагимов, Азербайджан против Тайчи Накаджимы. Говорил я, что Турал представляет Сумгаит. Ну, у Александра Загорского несколько другая информация. Он говорит, что Баку не столь важно. Эрб Дин, рефери этого поединка. Поехали. Призагает Бах. Аккуратное начало. Да, титаническое спокойствие у Тайчи. Теснит его Турал Рагимов. Прессингует постепенно. Прижимается. Застаивает сусетки. Это такая небезопасная тактика для японца. Перешли в центр клетки. Турал пока не выбрасывает удары. Ждет, выцеливает. Первая комбинация. Сдвоенный джеб. Выбрасывает Тайчи Накаджима. А японца быстрые руки. Сейчас было. Вот это мощный прямой. Да, причем раздергивает Турал. Очень быстрые руки Турала. И ничего особенного он не сделал в этой ситуации. Очень мощный угол. Какие тяжелые удары следуют один за другим в исполнении азербайджанца. Пока что стоически все выносит представитель страны восходящего солнца. Но то ли еще будет, посмотрим. Низко держит на левую руку Таичи Накаджима. Пытается активно работать джебами, активно двигаться. Но движения как раз его не хватает. Если уж сейчас Таичи Накаджима собирается проводить этот поединок в стиле классического игровика, то, наверное, надо его быть поактивнее и стараться больше провоцировать. Еще один мощный да, Рагимов выцеливает просто соперника, продолжает постреливать джебами Накаджима. Турал идет вперед, раскачивается. Ты хотел делать? Джеб достиг цели, правый и попал. Обратите внимание, еще Таичи Накаджима двигается в сторону. Обращал я внимание на то, что тяжелые бьют лоу-кики Турал Рагимов, что-нибудь все-таки занимался человек кикушинкаем, где в традиционном единоборстве большой акцент делается на этот технический элемент. Турал, себе захват! Продолжается бой. У сетки. Колено, вот, сейчас понять, мне кажется, или получим рассечение небольшое Турал Рагимов. Продолжается борьба в клинче. Публика начинает действовать. Турала Рагимова. Сейчас это женская борьба. Попытка просит подпадки. Турала Рагимова не увенчалась успехом. Борьба за инициативу.
инициатива прежде всего в данной ситуации наблюдается по-прежнему коленями. Прежде всего работает Таичи Накаджима. Он сделать ставку на один единственный удар. Ну а Таичи Накаджима отступает, работает навстречу, пытается проводить тейкдауны также навстречу. В общем, такой классический вариант. Игровик против танка, против панчера, идущего вперед. Итак, второй раунд. Рагима против Таичи Накаджимы. Продолжает идти вперед через руку, увернулся Таичи Накаджима. Спокойно, руки не опускай. Берет паузу Рагима. Не спеши. Секунданты Турала Рагимова говорят, что не нужно торопиться, повыше держать руки, сохранять концентрацию. Потрясающе держит удар пока что Таичи Накаджима. Турал, две комбинации. Говорит включать Туралу Рагимову. Продолжает, начинает демонстрировать чудеса скорости. Еще кто стоит.
решительно. Эффективно начал Хаджими. В какой-то момент Казахов замер на статичной ситуации. Спортсмен Бондаге. Тайчина Хаджима научил вывернулся и сейчас пытается обойти Рал Рагимова. Продолжает атаковать японец с позиции диагонального контроля. Кричат Уралу, что необходимо уверенно сейчас проиграл позицию Тайчи, японец практически не бьет, а полностью сосредоточен, сконцентрирован на том, чтобы удержаться в атакующей позиции. Никакой речи об активных, наносящих ущерб атаках сейчас не идет. Но и от Турала не получается выйти из этого неприятного положения. Неприятного не более того, но опять же, все может прийти к тому, что судья дадут на Хаджиме второй раз. Уралу Рагимову продолжает контролировать. Ну что, еще одна попытка закрыть треугольник. Можно еще? Рагимова. Нет, не получается. На правый бок повернуть! На правый бок повернуть! Собирается. На правый бок! Впрочем, не получилось этого сделать как следует. Но тем не менее, контроль продолжается. Давай, Турал, давай! Накидывай, что это? Вот, в левой руке под него выходить! Прихватил его за правую руку. И Турал Рагимов увидел сейчас, что вас заливает кровь. Японец получил серьезное рассечение. А сейчас, конечно, нужно вмешаться в медицинской бригаде. Сабит Магомед Шарипов на ваших экранах. Недавно великолепно дебютировал в UFC. Да, впечатлил он людей по всему миру своим невероятным выступлением в Роттердаме. Поэтому посмотрим внимательно, действительно, над левой бровью. Очень неприятное рассечение. Проконсультировался с доктором и Катманом, и поединок все-таки продолжается. Ну, вы знаете, я близко нахожусь от японского бойца. Очень глубокое рассечение. Я думаю, это до первого серьезного удара. Достаточно времени было спортсмену для того, чтобы отдохнуть. Поединок продолжается. Сейчас, конечно, дальше ничего не остается, как избегать нижней дистанции. Сейчас отвечает мощному лоу-кику от Урала Рагимова. Давай, не стой, я поработаю! Стык в нижней дистанции. Ну что ж, как же так, Турал Рагимов блестяще провел большую часть первого раунда целиком и большую часть второго. И вот сейчас в самом начале третьего пропускает тейкдаун. Да, тем временем опять рассечение открылось от малейшего контакта. Турал, у него тяга. В принципе, Тайчи Накаджима, как и подобает настоящему самураю, не обращает внимания на
случае неприятности продолжает атаковать, контролировать. Ну и, в общем-то, Накаджима задачи справился в начале третьего раунда. Бей, бей, кулаком, бей туда! Бей, снизу, бей, снизу! От Урала Рагимова смерти подобно было для Таичи Накаджимы, особенно с такой сечкой оставаться в стойке. Сейчас... Давай, бей, давай! Давай, бей! По ноге, по ноге, по ноге! Давай! Давай, давай! Под правую руку! Урала Сайдин попробовал сейчас подсечь. Стойку поменять! Накаджима от Урала Рагимова, но нога пролетела мимо, и вот продолжаем прижимать к сетке. Ну что сейчас надо? Перехватит инициативу Урала Рагимова, зашло колено в шоу. Разворачивает соперника сейчас спиной к сетке Турал. Продолжается силовая борьба у ограждения. Попытка бросить передней подножкой в исполнении Накаджима, но вовремя среагировал. Турал поставил он бедро. Левую руку поднимай, полку плечом, заходи, давай. Так много сил, судя по всему, осталось. Переводи, сейчас не назад, перевести. Он разрывает дистанцию, включается, едва не получает тейкдаун на встречу. Очень ясно работает Накаджима. Развини сейчас опять. И поступает абсолютно верно, соответствует своим тактическим планом. Разворачивай. Чакаджи выбрасывает колено в корпус. Накаджима и пробует в очередной раз. Зацепка опрокинуть. Удар подраст, удар. Да, очень болезненно. Урал Рагимов, судя по всему, собирается продолжить бой. Я думаю, здесь не было умысла слова в исполнении нашего японского гостя. Скорее всего, по инерции. Общаться со своими секундантами. В это время Тайчи Накаджима сообщили они ему, сколько осталось времени. Натягивается тут перевес разом на Джиме. И хорошо правый заходит. Макается Накаджима. Рассвет ближней дистанции. Урал Рагимов продолжает идти вперед. Отмахивается и локоть вбивает буквально голову соперника. Урал Рагимов. Ожесточенная концовка боя. Накаджима уже не так свеж, как в первых раундах. Он решил больше не уходить от боя на ближней средней дистанции. И не принимает приглашение зарубиться. Идет вперед Накаджима. Хайкик в защиту. Потрясающие моральные качества демонстрируют бойцы. Это доволен к победе. Вот эта стойкость. И снова борьба в клинче. За полторы минуты до конца поединка. Сегодняшнего карта.
Что еще будет впереди? А могут оба занести себе в актив этот поединок вне зависимости от судейского вердикта? Сразу же доктор зашел в клетку и обрабатывает рассечение Тайчи Накаджимы. Невероятно близкий поединок. Ну и даже можно судить о его бескомпромиссности по концовке третьего раунда, по концовке боя, когда не было до последней секунды понятно, кто же захватит инициативу. Вот такие поединки запоминаются надолго, когда бой проходит кость в кость от первой и до последней секунды. И по ходу, кстати, боя Накаджима поменял тактику. Изначально в игровой манере работал, но в конце концов перешел на работу первым номером и не сдавал позиции до самой финальной сирены. Абсолютно с вами согласен. Вы знаете, если Турал Рагимов хорошо известен российским болельщикам, то, я думаю, сегодня как бы наступила минута славы Тайчи Накаджимы. И я не удивлюсь, если мы еще неоднократно увидим его на российской земле, и в первую очередь в промоушене ACB. Да, но болельщики, которые следят за лигой ACB, тоже Накаджиму прекрасно знают. Сегодня уже его пятое выступление в этой организации. Причем счет равный пока что, 2-2. Он проиграл Исламу Мешеву и Арману Аспанову и выиграл у Магомеда Хамзаева и Фазигине Раджабали. Итак, смотрим. Дамы и господа, по завершении боя обратимся к судейским запискам. Ladies and gentlemen, we go to the judges' scorecards. Судьи 1, 2, 3 и номер 5 одинаково оценили этот бой 30-27. Judges 1, 2, 3 and 5 are in agreement scoring the same 30-27. Судья номер 4, 29-28. George 4, 29-28. Таким образом, единогласным решением судей победу одержал. And your winner by unanimous decision, Турал Iron Man. Да, и все-таки Турал Iron Man Рагимов становится победителем этого тяжелейшего поединка. И в любом случае, Тайчи Накаджима.